Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа «112». В студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени со 2 по 8 декабря 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 187 сообщений о происшествиях. Из них 22 преступления, из которых 16 раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 38 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, одно с причинением вреда здоровью. С 27 ноября по 4 декабря 2019 года на территории округа проведена оперативно-профилактическая операция «Чистое поколение». С 1 октября 2019 по 15 декабря 2019 года проводится общероссийская акция «Призывник». С 5 декабря по 22 декабря 2019 года проводится профилактическая акция «НАО против мошенников». Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении одного мероприятия с массовым пребыванием людей. Нарушений общественного порядка не допущено. 3 декабря 2019 года сотрудниками отдела по вопросам миграции Управления МВД России по Ненецкому автономному округу в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку соблюдения миграционного законодательства Российской Федерации, выявлен факт незаконной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. Стражами порядка установлено, что жительница города Нарьян-Мара в октябре 2019 года осуществила фиктивную постановку на учет гражданки Республики Армения в принадлежащей ей квартире без намерения фактического предоставления жилого помещения для проживания. Кроме того, полицейские установили, что эта же женщина в 2015 году фиктивно зарегистрировала по своему месту жительства гражданина Российской Федерации, также без намерения фактического предоставления ему жилого помещения для проживания. В настоящее время по данным фактам отделом по организации дознания управления проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Справочно. На основании статьи 24 Федерального закона от 18 июля 2006 года номер 109 ФЗ о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о миграционном учете, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, за фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации по статье 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание по данным статьям варьируется от назначения штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей и до наказания в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 4 декабря 2019 года в дежурную часть Управления МВД России по Ненецкому автономному округу поступило сообщение, что в окружную больницу доставлен мужчина 1978 года рождения с телесными повреждениями и помещен в реанимационное отделение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что данный гражданин находился в гостях у знакомого. В процессе употребления спиртных напитков у него возник конфликт с другим гостем, ранее судимым молодым человеком 2000 года рождения. После словесной перебранки юноша руками и ногами нанес мужчине множественные удары по лицу и телу, после чего через некоторое время покинул квартиру. Побитого мужчину друзья вывели из квартиры и оставили на лестнице в подъезде. Здесь его обнаружили другие жильцы этого дома и вызвали для него скорую помощь. В настоящее время по данному факту проводится предварительная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5 декабря 2019 года в окружной полиции зарегистрирован факт мошенничества в отношении жителя округа, аналогичный произошедшему пару недель назад. Мужчина 1981 года рождения через сеть интернет заказал лазерный уровень со штативом.
Но при получении почтового отправления оказалось, что в посылке находится хозяйственное мыло и нарезанный кусками картон. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В этот же день в дежурную часть управления обратилась жительница города Нарьян-Мара 1979 года рождения и сообщила полицейским, что после звонка якобы из банка она лишилась около 60 тысяч рублей. Ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что с ее карты кто-то пытается списать деньги. Обеспокоенная женщина, поверив звонящему, сообщила реквизиты своей банковской карты, после чего ее якобы соединили с автоматизированной системой работы с клиентом, которой она называла коды из поступающих на телефон СМС-сообщений. Когда ей пришли сообщения о списании денег, она поняла, что обманута, и прекратила разговор. По данному факту следователем следственного отдела окружной полиции возбуждено уголовное дело по пункту Г части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная с банковского счета, а равна в отношении электронных денежных средств. Уважаемые жители округа, стражи порядка призывают вас быть бдительнее и внимательнее. Не доверяйте неизвестным или малоизвестным интернет-сайтам, на которых размещены объявления о покупке и продаже товаров и других ценных вещей по низким и выгодным ценам. Заказывая товары с наложенным платежом, требуйте от продавцов, чтобы к посылке была приложена опись вложения. Ведь только ее наличие гарантирует вам вскрытие посылки еще до ее оплаты. И если товар пришел не тот, то вы вправе от него отказаться. Помните, сотрудники банка не звонят своим клиентам, не просят сообщить информацию по вашим картам, коды и пароли. Сотрудники полиции напоминают, что мошенники активизируются в преддверии каких-либо праздников. Скоро празднование Нового года. Люди активнее начинают приобретать товары через интернет. Ваша бдительность убережет вас от потери денег и нервов. Будьте внимательнее. 7 декабря 2019 года в одном из магазинов города Нарьян-Мара сотрудниками отделения патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Ненецкому автономному округу в ходе несения службы выявлен факт реализации пива несовершеннолетней 2002 года рождения. Продавец магазина продала девушке 4 бутылки пива, не потребовав у нее паспорт и, кроме того, проигнорировав информацию о том, что покупательнице еще нет 18 лет. По данному факту в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Справочно. Часть 2.1 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. 8 декабря 2019 года в дежурную часть Управления МВД России по Ненецкому автономному округу поступило сообщение, что в окружную больницу доставлен мужчина 1981 года рождения с телесными повреждениями в виде колото-резанной раны задней поверхности грудной клетки справа и помещен в хирургическое отделение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что данный гражданин находился в гостях у знакомого, где он употреблял спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры стал отправлять гостя в магазин за добавкой. Но тот не захотел никуда идти. Между ними возник конфликт, в результате которого хозяин квартиры ножом нанес гостю непроникающее ранение и выставил его за дверь. Мужчина, проживающий по соседству, услышав стук, открыл пострадавшему дверь и вызвал для него скорую помощь. В настоящее время по данному факту проводится предварительная проверка. Как оказалось, в этот день алкоголь стал причиной госпитализации еще одного жителя поселка Искателей. Только в этом случае мужчина 1979 года рождения помещен в реанимационное отделение с диагнозом «алкогольное опьянение тяжелой степени». По данному факту также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В связи с произошедшим сотрудники полиции обращаются к жителям округа с призывом воздерживаться от чрезмерного употребления спиртных напитков. Напоминаем, что состояние опьянения законодательством Российской Федерации признано отягчающим обстоятельством при совершении противоправных деяний. Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по Ненецкому автономному округу приглашает иностранных граждан, желающих принять участие в государственной программе Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом», на презентацию, которая состоится 11 декабря 2019 года в 16 часов по адресу город Наринмар, улица Смедовича, дом 9Б, кабинет номер 12, в здании Центра занятости населения, второй этаж. Презентация будет проводиться совместно с Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. 12 декабря 2019 года, в День Конституции Российской Федерации, проводится Общероссийский день приема граждан с 12 часов до 20 часов по местному времени. В Управлении МВД России по Ненецкому автономному округу по адресу улица Ваучейского, дом 13, города Наринмара, прием граждан в этот день осуществляет начальник управления, полковник полиции Олег Николаевич Яковлев. С 18 до 19 часов прием граждан начальник управления будет вести совместно с председателем общественного совета при МВД Николаем Ивановичем Кольчишковым. Личный прием проводится в порядке живой очереди либо по предварительной записи по телефону 8 818 53 4 25 37. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 42126. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.